Родительское собрание было весьма представительным. На нем присутствовали руководитель администрации муниципалитета Татьяна Одинцова, начальник управления образования Алексей Поляков, глава поселения Марина Шибанова, председатель сообщества родителей Одинцовского района Марианна Кристалинская. Основная тема – рассмотрение возможности строительства в Назарьево нового здания школы. Здесь есть немало вопросов. Причина, по которой этот вопрос не рассматривался, это была земля. Изменились строительные нормы в части увеличения, и у нас участок не начальной школы, на которой началка расположена, не здание основной школы, и земельный участок не позволял построить школу минимум на 550 человек, потому что школа с меньшей наполняемостью, она нам не нужна здесь совершенно. Строительство такого здания решит все проблемы, но от проектирования до ввода в эксплуатацию подобного объекта проходит несколько лет. Родители пожаловались на то, что в помещении начальной школы есть дефекты, вызывающие у них опасения, и попросили как-то подтвердить возможность безопасного проведения занятий. По чердачному помещению крыши проложены трубы теплоснабжения без изоляции. То есть там, если вы строитель дипломированный, знаете, постоянно образовывается конденсат, и даже не столько протекание крыши, да, сколько конденсат по всему периметру также сочился по стенам. Это все заактировано, запротоколировано с фотофиксацией. Проблемы в здании начальной школы сегодня есть, но на безопасность учебного процесса они точно не влияют. Это подтверждено актами готовности образовательного учреждения, без которых школа просто не вошла бы 1 сентября в новый учебный год. Всех сомневающихся к открытому диалогу пригласила руководитель администрации района Татьяна Одинцова. Хочу вас пригласить в наше управление строительного комплекса. У нас есть заместитель по строительству. И вот некоторые вопросы, которые здесь оказались почему-то спорными, есть обоснование этим вопросам. И вы на языке строителя поговорите с ним. Спасибо. Я в любое время могу вас принять как руководитель. Это мой заместитель по строительству. Поэтому с удовольствием сейчас возьму ваш телефон, и мы этот вопрос закроем, и на следующем родительском собрании мы все объясним. По большинству вопросов, задаваемых родителями, в ходе общения удалось выработать общий подход. Все предписания надзорных органов должны быть исполнены до августа 2019 года.